Здравствуйте, друзья мои. Сегодня у нас воскресенье. Короче, хочу опять записать цикл маленьких видео, которые, то есть цикл стихов Есенина. Так что слушаем, друзья мои, пока Маня лежит, я вам прочитаю стих. Этот лес завороженный, по пушинкам серебра, я с винтовкой заряженной на охоту шел вчера. По дорожке чистой, гладкой, я прошел, не наследил. Кто ж катался здесь украдкой, кто здесь падал и ходил? Пойду взгляну поближе, хрупкий снег. Изломан весь, здесь когти, дальше лыжи, кто-то страшный бегал здесь. Кабы твердо знал я тайну заколдованным личам, я узнал бы, хоть случайно, кто здесь бродит по ночам. Из-за елки бы высокой подсмотрел я на кругу, кто глубокий след далекий оставляет на снегу.